Ну что, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами я, Зазепа. Заждались, наверное, новую серию. Продолжаем играть в XCOM 2 на уровне сложности легенда. Вот. Что нам надо? Установить контакт с легионом Западная Африка. Построить зону испытаний. Но зону испытаний мы пока построить не можем, нам еще один день подождать надо. Мощность на пределе, свободный инженер. Свободный инженер, как так? Давай-ка разгребай, может. Назначим тебя. Не работает. А что-то ты не работаешь. Давай работай. Отлынивает. Я даже не знаю, построить там генераторную, а здесь... Нет, здесь лаборатория. Блин, как-то тяжело. Обломки. Ладно, давайте... Начнем хоть что-то делать полезное сегодня. Селение из региона Восточная Африка прислали отчеты. Ну-ка, давайте-ка. Так не же, ты чё, здесь ресурсы. Установление контакта. Один день. Да что ты летаешь туды-сюды? Во, давай сюда, я сюда и хотел как раз. То мечется тут, летает, непонятно. Ну-ка, давай-ка покажем отсек. Ну, мне вообще как бы генератор, ну, нужно построить и... Желательно что-то, что нам давало бы энергии. Вакансии требуются ученые. Скорость исследования. Ну-ка, давай-ка ученого нам сюда. Вот этого. Ага. Походу, не сегодня. Так. Не-не-не, давайте назад. Я что хотел посмотреть? Бойцов хотел посмотреть. У нас только двое в строю. Следующий будет через 3 дня, через 8 дней. Не, походу, надо кого-то нанимать сейчас опять. Давайте вербуем. Не знаю, меня немцы еще тут ни разу не подводили. Пиндосов, ну, не хочу. Не хочу брать свой отряд. Шотландца может взять. Не, не хочу тоже. Француза тоже. Итальянцев. Да, спасибо. And I know the aliens aren't happy about losing one of their own. I doubt they thought anyone could get this heap airborne again. I'm more than happy to prove them wrong. Давайте итальянца наймем. Как это недостаточно? А что ж мне делать? Как мне быть? Я никого не увольняю. Я не хочу никого увольнять. Все, давай устанавливай контакт. А как же там хлеб, соль, нет? Короче, потом будем с чилийцами связываться. Это мне что даст? Это мне... Так, плюс 8 материалов. А что это я не могу получить специальный бонус? Радиоретранслятор. Почему я не могу? Стоимость 50 материалов. А, мне материалов, наверное, не хватает. Ладно. Черный рынок мне пока не надо. Западная Африка. Западная Африка — это здесь. Зону испытаний. Но я не могу поставить пока зону испытаний. Давай лети, собирай пока. Все равно ж нечего делать. Там уже со всеми поздоровались. Давай собирай ресурсы. Семь данных. Ну-ка давай-ка, что там новые исследования?
Несложное устройство для хранения и передачи данных, которое, похоже, невозможно передать при помощи систем связи пришельцев. Жить некоторые усилия, чтобы разобраться с файловой системой и расшифровать информацию, но, похоже, устройство намеренно было создано максимально упрощенным. В отсутствие серьезных ЗАС складывается ощущение, что регулярные войска Адвента и не блещут умом за пределами отработанных тактических сценариев. Интересно. Все технологии. Достичь того же уровня контроля, то мы сможем применять это знание в бесчисленных сферах. Но даже не знаю. Броню бы. Копейщика. Солдата. Ладно, долго, но что ж поделать. Да, может, это, конечно, сейчас не особо нужно нам, но все там бойцы пока выздоровеют. Проект Аватар. Еще этот готовится. Все, давайте показать отсек. Вообще мне лаба нужна. Вакансия требуется боец. Так, давайте инженера сюда посадим. Темп восстановления плюс 100. Это он что, бойцов что ли наших будет так оздоровлять? Мемориал. Центр военных технологий. Так, стоп. Энергия 12 из 12. Работают. Все инженеры работают. Плохо. Ничего, мы здесь можем что-то улучшить еще. А, это то самое. Все, ладно, давайте там посмотрим. И отлично. Посмотрим, что там есть. Не-не-не, я не хотел в штаб возвращаться. Много ученых, инженеров и опытных солдат. Ну-ка, давайте-ка. Какая помощь. Так, давайте вот это. Это вообще хорошее дело. Ну и что нам? Но ж не могу здесь установить контакт. Могу. Все отлично. Шеф, мы используем, что там зашифрованный канал. А, ну да, мне же там надо было планшет расшифровать. Ой, ну давайте, будем опыт получать. Что нам дадут? 188 материалов. Не надо. Доктор, ученый. Нам нужен ученый. Полетели за ученым. Отлично, у нас как раз спецназ готов. Так, что у нас тут? Три снайпера. Не, подождите, мне три снайпера особо не надо. Особенно тебя, родного. Так, что у нас есть? А у нас особо и выбора нету. Извращение какое-то. Пулеметчик, три снайпера. Давайте, ладно. Что ж поделать? Надо, кстати, было их перекрасить. Я забыл это немного сделать. Ну, тот чувак справа пока еще не достоин. Не знаю. Мне просто кажется. Давай начинаем. Стальной обходчик. Данные касающиеся текущего
проекта врага, но проблема в том, что терминал находится в одном из поездов, курсирующий по району. Нам нужно быстро захватить состав и уничтожить все силы врага. Короче, вот, будем уничтожать все силы врага и захватывать состав. Интересно. Но правда, здесь потребовалась больше штурмовая группа, а не снайперы. Что, не знаю, мы сейчас намучаемся, я чувствую. Ну вот эта тетя, она сейчас тут все лишать будет. Посмотрим, что у нас выйдет. Надеюсь, здесь не на время миссии. Состав захватить. Только бы не на время. Ну, слава тебе, господи. Или на время. На время. Спасибо. Туда надо подбегать поближе. Придерживайтесь врагов, скачайте схему. Так, как бы так зайти к ним? К вражинам этим. Давай, подбегай. Уж на передовой. Так, здесь гражданские, это не очень хорошо. Могут спалить нас. Через здание, что ли, попробовать обойти? Ну, зачем? Давай сюда беги. Давай сюда беги, родной. Так, ну ты здесь вообще за главную. Че, там движение, что ли? Ух. Да, я слышал. Уже работал с такими. Так, беги сюда, в наблюдение встанешь. Так, скрытое наблюдение, пистолет. А гранаты нет. Гранаты ты точно швырять сейчас не будешь. Давай-ка наблюдение, пистолет. Ты будешь скрытое наблюдение делать. Так, с тобой мы пока подождем. Хотя мы как-нибудь получше так посадим. Ну, ты понимаешь, в чем я, да? Или не понимаешь? А не, понимает. Надо поближе. Раз уж эти твари уже выскочили на нас. Давай сюда. Наблюдение. Гранаты, что ли, в них швырнуть туда? Давайте двоих накроем. Отлично. Что там еще бабахнуло? Ну, эти, по крайней мере, без укрытия остались. И нашим будет легче работать. Смотрите. Идеально, я бы сказал бы. Один хп. Промах. Что, притянуть на что ли хотел? Это было нехорошо. И чё это? Все? Нет? Так, кто этот походил? А тот? А тот друг наш. Отравление? Это чё было? Какое нафиг отравление? Ай, блин, я помню, с предыдущей части эти кидали. Надо, короче, отсюда уводить наших бойцов. Все, давайте, давайте, все, я понял отравление.
А нехорошо как. Раненый будет. Ну блин, три снайпера это, конечно, жестко. Штурмовика бы хотя бы. Ну ладно, там два снайпера, ну три. Все, могу ходить. Боже, давай уже. Да, знаю, неприятно. Подожди, нет. Вот ты вот, друг, ты можешь отработать вот этого дядьку. Я думаю, суппорт ты должен попасть. Зря я так думал. Угу, конечно, not good. 55. Давай отработай, попробуй. 55. Нормально. Когда мы тут просели на 5 хп почти. Так, ну тебя, дорогой, мы все равно уберем. Подальше. Давай-ка в разведку иди. Встань тут наблюдение. Пока что. Ты. Дай поближе. Я надеюсь, нам повезет. 23. Ну, давайте попробуем. Попробовали. Никто не попал. Надо было, наверное, шарахнуть по нему. Ну, блин, один хп не хочется тратить просто. Ну и чё? Так, вот не надо вот этого мне, ладно? Ну пометил, хорошо. Подожди, что ты делаешь? Что-то пугать, что ли, пытаешься, или что? По-моему, дохлети были как-то прикольней. Промах. А, хлыстом там какой-то захват не удался. Он захватывает что ли, или чё? Ну, это, помню, такие подлые твари были. Сейчас ведущего XCOM'а. Все, ты походил или не походил еще? Не хочешь опять там кого-то напугать или что? Попробую попасть еще по этому ужу. О, не, приятель. Загрузить игру. Отдавайте-ка. Давайте-ка эту миссию сначала, потому что... Ну, так будет лучше, потому что вначале много хп очень потерял. Сейчас гранатомета туда бы жахнуть, так нормально зашло бы. Просто теперь я знаю, откуда они выйдут там. Да тем более на время мы завязли с ним. Я потерял ход просто так вот, на одного его, на одно его хп. Просто гранатой жахнуть там в них обоих, и все. И дело в шляпе. Сейчас посмотрим, где он там загрузится. Так, ну, 8 ходов, я так понимаю, это начало. 8 ходов начало. Так, самых метких. Самых метких мы посылаем сюда. Ну, ты за кактус встань, если не сложно. Ты тоже поближе там подбирайся. Так, что тебе могу порекомендовать? Ну, здесь, в принципе, такая неплохая позиция, поэтому все-таки беги сюда. Гражданские нам пока проблем не создают. Да и не собираются вроде. Как? Давай, беги сюда тоже. Все, сейчас пришельцы походят, тут высунутся. Просто вышибают двери. Сейчас снайпера посадим на наблюдение.
Начнем с тебя. Ты. 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 Ну а ты шагахнешь сейчас. Разорви тут все хренам собачьим. Офигенно. Еще полдома не стало. И тот отъехал. Ну чё, давайте, пацаны, работайте. Вообще молодец. Идеально, я считаю, отработали. И тут даже ничего не поняли. Так, ну все-таки надо подбираться поближе. Сюда беги. Материалы мы соберем по дороге. Ага. Ясно. Пятьдесят два, тридцать. Нет, давай-ка ты, приятель, может, тоже как-то поближе подходи. Например, сюда. Ой, что ж с вами делать? Тоже гранаты, что ли, швырнуть вас? Вот этим не очень хорошо походили. Дотянешься хоть до кого? До своего не надо. Наблюдение, пистолет. Или попробовать рискнуть. Попробуем, рискнем. Хорошо. Меня это устраивает. 23. Overwatch. Так тесно подберет эту хрень. Я не подобрала. Крит зашел, блин. Один хп. Нехорошо его посадил сюда. Надо было подумать мне получше, прежде чем это делать. Да, однозначно. Однозначно нехорошо. Я просто никого не хочу терять, поэтому... Поэтому я и не буду этого делать. Было получше запрятать. Чтобы он спиной к ним не сидел, как минимум. Да, снайперы это бесспорно хорошо, но... Не в таких же миссиях. Так, ладно, этих бойцов мы отработали. Нужно подводить войска. Например, сюда. Давай бегом. Сюда. Давай, подбирай. Ядро лилия. Ну, хорошо подойдет. Автозаряжение вообще идеально. Зверь этого колбасит, там смотрю. Ты сюда иди. Будешь на передовой. Угу. Хана-то можем туда нам было швырнуть, я так подумал. Хотя, если нас уже обнаружили. И разбегутся сейчас. Ну вот и разбежались. Да, граната все-таки было бы прекрасно. А наблюдение? А наши что? А наши стрелять не могут. Но зато, по крайней мере, они все укрыты, так скажем. Ну, давай наблюдай. Хотя подбирает поближе.
попадешь. Ай, нехорошо. Ну хоть не попал, уже хорошо. Да-да. Ты полный оугайд. Ну а чё? А ты? Чё, хуже других? Не, не хуже. Молодец. Чё, сейчас наши снайперы вас отрабатывать начнут. А, вот уже перк. Чтоб забор сломал. Чё, гранату можем туда забубенить, как считаете? Чё-то там упало. Так, ты можешь хотя бы сюда перебежать? Потому что нам потребуется, наверное, огонь. Есть, я гранатой шарахну. Идеально, двоих накрываю. Можно работать. Бабах. Все, теперь вы открыты. И гранаты у нее нету больше. Зато есть пулемет. Что немаловажно, я считаю. Так, ты. 69. Давай работай. Не, подожди. А ты можешь по этому нехорошему дяде отработать? В упор. Идеально, молодец. Ну ты просто свою жопу спас и все. 8 хп ему снес, молодец. Так, ну что, остальные, давайте, отрабатывайте байку. Красавец. Так, ну и давай ты. Не подкачай. Бойцы. Бойцы, молодцы. Господи, что я несу, да? 4 хода. Снайперов подводить надо. Давайте, бегом. Да-да, обнаружил цель. Я молодец. Я так чувствую, это не последнее приключение на сегодня, да? Давайте подходите. Тут тебя тоже не забудем. Как же без тебя? Залетаешь ты, конечно же, первая. Да-да. Я понял. Да уже добираемся. Так вот ты перезарядись давай. Сейчас походишь. Вот сюда, например. Так, тобою мы обезвредим терминал. Надеюсь, там сейчас без приключений обойдется. Это вообще не ловушка. Кстати говоря. Блин. Может, они словят. Сейчас, сейчас всех бойцов подведу и взорвется еще, не дай бог. Вроде нет. Еще эти. Не, бойцов все равно надо было подводить. Гранатами сейчас мы их тут закидаем знатно. Подожди, мне нужна вообще ты. Так, давай-ка. Терминал. Так, давай, проникай в сеть. Угу. Все?
Время больше не идет, можно. Можно веселиться. И начнем мы, пожалуй. Что мы швырнем сейчас сюда гранату? Давай. Ух, как хорошо. Бабахнуло. Ты что, умер там уже? Змей Горыныч. 52. Чё, давай пытайся. 52. Плохо пытаешься. Не дай бог нам сюда гранату швырнут. Это будет просто забей. Так, ты ходить не можешь? Ты гранату швырнул. У тебя ее нету просто тупо. Ну, я не знаю, давай выбивай. Сойдет. Он же вроде как ближник. А, сейчас будет подбегать. Вот у нас офицер, он должен убивать первого. Вот, три. Здесь паника сейчас не начнется ни у кого. Так, ты стой там давай. Сейчас на тебя вообще крыша упадет, нет? Наблюдение. 55. Так, давай-ка тебя с пулемета в упор. Ты как вообще такое одобряешь? Аж зачавкало. Так, ты перезарядиться не можешь? Не можешь. Потом перезарядишься. Сейчас мы будем твоего товарища убивать. Ну, не твоего, а того, который забежал к нам в гости. Not bad. Господи, какой же ты без руки. Ладно. Давай, попробуй. Ну не через дверь же. Вы инвалиды. Мама годная. Хоть на этом спасибо, что не попал. Когда ж на тебя крыша уже упадет? Дай попади хотя бы в него. Безнадежный ты мой. Не, не хочешь? Давай, перезаряжайся. Выстрел с пистолета. Я в тебя верю. Прям в яичник ему попал там. 1 хп оставил. Нехороший какой человек, а? Ну ты хоть жахни с пистолета. Ну, ковбой сразу видно. С пистолета стрелять может, со снайперки нет. Все? Всех убили. Слава богу. Интересно, на того чувака мы успеем. А, он уже один раненый. Сто процентов, между прочим, процент попадания. Хотя какое 100%? Там же мазал чувак, снайпер, вот этот в очках, который слева. Пару раз. Что-то они тут обсчитались. Не 100% попаданий. Странно. Странно здесь по счету статистики, вот что я скажу.
Ну чё, все живы и здоровы? Все. Легкое ранение. Даже не падает, смотрите. Повышения ни у кого нету. Вайпера. Схоже рядом с наземных видов. Что касается и мешочков с ядом, которые можете, вероятно, сможем выделить и использовать для улучшения возможностей нашей медицины. Попробуйте. Да, спасибо. У нас недостаточно солдат, чтобы полный отряд, нужно намеренно набрать рекрутов. На 17% будет у нас исследователи быстрее идти. И что у нас там в исследованиях, кстати? Исследовательский отсек. 18 дней броня. Оружейная. Вербовать. Мы ж никого не можем завербовать, я ж хотел. Смотрите. Ну ладно, давайте кто-то... Ирландцев? О, нормально. Больше не можем, не можем. Так, бойцы. Что у нас по бойцам? Что-то, по-моему, как-то количество не растет. Или кто-то уходит от нас, что ли, понять не могу. Строю, строю, строю. Легкое ранение. Непонятно. Непонятно, что происходит. Я ж не могу им обеспечивать каждый бой, там, чтоб без стрессов, без ничего. Чтоб прям ни по кому не попадали. Сложно это сделать. Так, что мы можем тут сделать? У нас же вроде как есть там инженер, нету? Ах, понабрали бы по объявлению уже. Такая база инженеров не хватает. Стой, а я могу как-то вот отменять вот это? Ну тут мы более-менее что-то расследовали, да? Установление контакта, да. Хочу покинуть это место. У нас пока материала хватает. Что, давайте устанавливать контакт. Вот посмотрим, что из этого выйдет. Что там, опять увеличились? А вот так. Ну все, давайте, я хочу исследовать. Ну блин, ну подумаешь, там на одну больше стало. Ну не надо полчаса мне тут рассказывать. Уши втирать мне. Все, давайте, два дня. И строительство. Ну давайте посмотрим, что там можете. Или реле питания. Ну вообще, да, надо реле питания поставить. Скорость строительства 50%. Чё, продолжаем? Очень много чего отвлекает просто. То хвалят, то еще что. Потом можно будет и в Европу направиться. Вот теперь можно направиться в Южную Бразилию, короче, направиться можно. Так, теперь нужно в Западную Европу установить контакт. Но я не знаю, как мы тут все это успеем. Вот в чем вопрос. Ага, а тут мы пока не можем. Разведданные, чтобы есть... Ну да. Ну что, полетим сюда установить контакт. Не можем. А сюда? Не можем. Летаем тут по Африке.
Запасные части. Это что такое? Ну-ка, давайте-ка заглянем к ним в гости. Ты что, на ногах уже, что ли? Молодец, хвалю. Так, давай на этот раз без тебя обойдемся. Обойдемся без сопливых, как говорится, да? Стресс в строю. Новичок. Вижу сразу, боец будет хороший. Давайте лучше с новичком, потому что... Ну, потому что три снайпера это не очень, я считаю. Особенно на миссиях, там где время. Давай. Файв. Место сопротивления показали нам секретный объект Адвента. Ну, короче, фиг пойми, что там. Будем проводить разведку. Диверсию, я бы сказал бы. В тылу врага. Хотя почему в тылу врага? Это ж наша территория уже. Так что это они тут уже, получается. Лишние. Да-да, две миссии за серию, это как, так скажем, бонус, потому что видео уже не выходило там, сколько, пару дней. Угу. Так, навести. Ну только не на время, пожалуйста, только не на время. Ага. Все, не на время. Спасибо вам большое. Можно повоевать знатно. Так, это новичок, это этот. Так, ну тему в любом случае будем на крыше здания пока. Блин, до 10 так нормально, солидно, я бы сказал бы. Еще посмотрим, что у них там имеется. Пришельцев этих. А, время убивать, сказал он. Так, отключить их можно как-то, эти турели? Ладно, давайте, мы ж тут воевать типа собираемся. Почему бы и нет? Только со следующего хода. Подберемся поближе. Короче, просто наблюдай пока. Что ты будешь делать? Тебе нужен опыт. Тут у нас запалит, да? Чё ж поделать? Иди сюда. Будешь снизу разведку проводить. Отключить там. Не, подожди, ты там ничего не видишь такого? Кровь везде. Господи, что здесь было? Ладно, пока он тут без понятия. Просто поближе подведем и все. Никто ж не видит нас пока. Ну и спешить нам некуда. Зачем спешить? Надо делать все чисто, гладко и аккуратно. Че, пришельцы там где-то ходят или что? Понять не могу. Все равно не видит нас. Так, наблюдение, пистолет тебе поставим. Ты сюда будешь работать. А мы тебя подведем туда поближе, чтобы ты не расслаблялась.
Так, нет. Новичка может раскормить, я так подумал. Новичок вообще снизу будет. Так, а здесь нас типа обнаружат, да? Открыть. Открыть окно вообще не судьба, да? Ладно. Проведем разведку тогда. Запалить не должны вроде как. Пришельцы эти. Ой-ой-ой. Вот это вот нехорошо. Вроде пока не видят нас. Ну, мы тут крепко так попали. Ну да. О чем прекращать? С какой целью? У них все есть, у них власть и... Только не говорит, что мы сейчас еще спасать людей будем тут. Ой, к этому тоже надо поближе подобраться. Да, я в курсе, что тут проблемно это будет. Декор. Французский, что ли, знаешь. Так, ну этот ушел, это не очень хорошо. Нужно засесть так, чтобы их можно было быстренько всех выбить. Снайпера можно было бы и пониже поставить. Турельку может и миниганщик разобрать. Пока мы находимся выше, у нас преимущество есть. Блин! Хотя бы все за укрытием. Уже что-то хорошее. Не попал. Нет, давайте с самого начала. Ну, тут хорошо подобрались, я так считаю. Ну вот эту вот снизу надо как-то вот не так. Не так хорошо рассаживать. Все, операцию молодая нам сорвала. Ну ладно, это я виноват, что посадил ее туда. Ничего, сейчас исправим положение. Тоже знал, что это пойдет сюда. Так, значится. Значится ты. Сюда. Мыв, мыв, мыв. Сейчас нам опять все это придется смотреть. Ну, я понял, понял. Пропустить это можно? К сожалению. Да, да, понял, красивые. Все красивые. С турелью разобраться надо. Или можешь пока забить на нее, она пока нам не предоставляет угрозы. Так, ты. Нет, не ты. Вот ты. Да нет, ты можешь назад вернуться? Ну ты, блин, упертый. Тебе скажу. Ладно, давай тебя сюда. И бахнем потом за гранаты. Ой, сейчас заварушка начнется. Не, не начнется. Так, ну по сути дела вот этого дядьку надо сначала убивать, потому что он может контроль взять. Это не знаю, это силовик, походу, какой-то просто. Подождать, что ли?
что, подождем, но торопиться некуда. Это заходит туда. Это плохо, что с гранатомета не достаем. Было бы шикарно. То, что мы сверху, у нас преимущество. Это однозначно. Что там, поговорить, что ли, решили? Так, ну и к турельке нам поближе подобраться. Давай-ка наблюдай. Ты, я не знаю. Ну, тебе вообще так с угла было бы вообще идеально стрелять. Ты здесь открытый просто. Нужно хорошо подготовиться. Ты уже бить будет нас жестко сейчас. Давай, наблюдай пока. А ты... У тебя вообще молодую эту пати прихыть бы. Было бы хорошо. Вниз давай. Ты здесь поможешь хорошо ей. Давай, давай, давай. По-тихому. Угу. Прячься. Эти назад возвращаются, за гранатомета ударим. Может, достанешь до них даже. Сегодня. Наблюдение. Сколько снесем? Нет, не по тебе. Блин, крепкий, живучий. Желательнее было бы с гранаты. Я не достаем. Ну чё, пошла веселуха. Чё, достанешь? Не достанешь? Вот этого хмыря достанешь? Блин, мы же сейчас людей разнесем. Я думаю, не стоит. Давайте еще ход подождем, может. Давайте пока все нормально. Еще ближе даже подошли. Почти идеально. Так, вот этот большой куда-то делся. Мне это не очень нравится. А, он тут. Все, ты в наблюдении. Ты тоже в наблюдении. И ты? Ты начинай атаку. Самый опытный стрелок нашей команды. Еще броня. Чё, пошла? Пошла замес. Как все идеально. Вообще броня, чего надо было бы снять. Все, нет. Не попал. Вот этого худого еще снять надо.
Он под контроль сейчас может взять. Или панику дать. А, он труп поднимает. Ладно, сойдет. Так, а что с турелью? Он что, сгорело, что ли? Где турель? Что-то я не понял. А, вот она, господи. Нет, так-то уничтожу укрытие. А вот так сделаешь хорошо. Саш, может, твою броню сломаем? Приятель. Ну, давай, пробуй. Желательно ваншот. Ну, почти. Вообще фокусить надо было. Вот так вот. Передовой тут. Не, подожди, а по груди ты не можешь шарахнуть, что ли, или чё? Например, по нему. Было бы хорошо. Остался бы без брони. Сейчас и побаиваюсь их уже. Не попади, блин, не попади. Ну, новичок же. О. Спину поставил мне. Ну, что ты делать будешь? Сопротивление. Ну, конечно, блин, опытный снайпер. Что ты хочешь? Сейчас еще тебе ответ выстрелит. На, рухни. Ты тоже за компанию. Вот тут нехорошо. Снайпера опыта не надо. Не надо бить. Думаю, что мне с турели делать. А, турели пока я тут трогать не буду. Блин, меня заблокирован, получается. Да. Ну, я не знал просто. А поэтому... Дай попробую поэтому. Ушел. За пирожками магазин. Сто процентов. Огонь. Крит. Идеально. Да-да, можешь перезарядиться. Повышение. Ты стал еще злее. Ничего мне тут. Да-да, ты это уже говорил. Давай наблюдение. Я могу походить немного, нет? О, спасибо. Так, тебе нужно придумать, как можно выбить турель. Можешь вообще не трогать, но она потом в спину настреляет знатно.
То что давай-ка вот ты, который. Вот не надо мне вот это, ладно? Не получилось. Из винтовки попробуй. Мимо. Еще как. Давай сюда подходи. Что ты можешь мне предъявить? Давай перезаряди уже тогда. Стой в наблюдении. Ты сюда иди. Ну, давай уничтожай. Один урон. Да, крепкая турель. Надеюсь, косая. Да, косая. Вот пока что. Надеюсь, так и будет. Идеально. Чё, всё? Снёс? Молодец. Чё, будем подходить сюда? Снайпер будет сидеть. Сторожить. Чё это у нас тут? Еще одна турель. Так, снайпер ходить уже не может, да? А пока мы в укрытии. В укрытии. Давай ты подбеги хотя бы. Сюда. Встанешь. Так, ну что тебе делать? Advent has expanded their rail network to touch every city center they've built. Давай бей. This looks like the end of the line, at least for this area. That armor's tough. Advent forces. Фокусить самого главного. Ну чё, отлечишься потом, я надеюсь. Подожди, а ты, блин, надо было стрелять. Чё, турель достанешь? Я тебе тоже надо за укрытие как-то спрятать. Попробуй. Подожди. Блин, гранаты достанем. Да и не особо хочется. Там же типа люди.
У нас тут задача поважнее, чем люди. Тебе вот я порекомендовал бы бежать отсюда. Например, сюда. И прятаться тут. Давай наблюдение. Потом перезарядишься. Отрабатываем, молодца. Холодца. Отъехал. Не сегодня. Это может с человека жахнуть. Мазила. Так, ну тему сейчас в первую очередь и будем фокусить. Потому что не хотелось бы молодую потерять. Плохо. Хотя попытайся. Пять. Отлично. Ты тоже давай. Не подкачай. Дуга. Камон. Давай перезаряжай. Только я не знаю, что тебя сейчас спасет. На ты шури кинусь. Повезет нам. Еще загрузимся. Все, работали. Все повышения. Будешь вообще жесткой. Бежать, нет? Приятель, у тебя есть без шансов. Огорчаешь. Ответный огонь. Так, ты давай перезарядись. И жахнем по нему с револьвера. Так, можно за другого походить? А, спасибо. Все, уехал. Дальний Хэя. Перезарядиться. Ну чё, хочешь быть разведчиком? Давай вперед. Что ты думала, мы тут в игрушки играем? Нифига. Снайпера сейчас максимально поближе подведем, чтобы мог отработать. Где же турель, точно. Не-не-не-не-не. Все, загрузить игру, я понял. Не повезло нам. Вообще как-нибудь научиться будет отключать все эти турели. По-моему, там инженер нужен.
все раненые. И что-то очень долго заживление идет. Там по 2 месяца чуть ли. Или по 3 месяца. Так уж жестко все. Раны там знатные такие. Зато все живы. Может, я сразу как-то увезти отсюда, так подумал. Ну, вот просто подальше. Трубка катит, повезет. Тебе еще больше опыта будет. Давай перезаряжайся. Наблюдение. Перезарядить. Наблюдение. Перезарядить. Наблюдение. Спешить нам пока некуда. Кто там еще ходит где-то? Разведчик. Так-ка, перезаряжайся. Ну и в наблюдение. Сейчас самые живучие пойдут вперед. Так ты. Вот сюда можешь подойти. Начнем с этих. Блин, точно, у тебя ж хити ни хрена нету. Так, наблюдая из пистолета. Да, начало уже многообещающе. Ну, попробуем хотя бы. 4. Отлично, пойдет. Пулеметчика только не трогайте. У него и так стресс. Молодой зеленый. Сопротивления нету никакого. От паники. Даже попасть не может. Сволочь. И так стресс, так еще и тут ранили. Не, это пиздец. Я не хочу ее терять. Новенькую я бы еще как-то более-менее стерпел бы, но не ее. Уж извините. Сейчас нормально тут рассядемся, нормально прицелимся. По крайней мере, я знаю, где противник теперь. Ну-ка, 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 ну-ка. Чё, откуда и зачем? Ага. Снайпер, давай-ка ты сюда. Перебегай. Будешь наблюдать. Что тебе могу сказать? Ты тоже давай наблюдай. Ты перезарядись хотя бы. Так. Что?
Сюда пойдешь. Ты пойдешь. Че, тоже можешь сюда тебя направить? Так подумал. Ну что, давай. Шевели, шевели, шевелись. Че, пришельцы будут сегодня или не будут? Ну, пока нету. Наблюдение. Снайпер в любом случае на наблюдение пока. Ты тоже стой, учись. Так. Сюда давай. Да, далеко. Чё ж поделать? Чё, пока никого? Хм, странно. Может, я тоже куда-нибудь сюда распределить? Чё, стоял бы, работал. Платят хорошо, кормят тоже. Хм, кстати, может так и поступить. Давай, подходи поближе. Ты пока еще живучий. Суслик. Ты пойдешь в обходную. Ну что тебе скажу? Сюда что ли тебя послать? Нет, там тебя достанут во всех смыслах. Иди сюда, как отвлекающий маневр. Все равно никого не видно. Нехорошо. Так, ну так мы сейчас своих не сможем прикрыть. То надо тоже подходить поближе. Ну, давай сюда. Так вот. Стой, наблюдай. Учись. Интересно, куда эти делись? Нехорошие дятли. Сейчас, кстати, можно сюда посадить. Ну ты стой, наблюдай. Тебе вообще лезть куда-то вредно для здоровья. Эти смылись. Ну и фиг на них. Как говорится, да? А вот и они. Ух, это что-то нехорошее. Робот, короче. Хорошо, что его угает. А вот ты? А это тоже попадай. Так, все, минус проблема.
Новенькая. Ну-ка, давай-ка подходи сюда. Здесь эта хрень не кидается в нас гранатами. Насчет гранат. Думаю, хорошо придумали. Давай-ка тут взорви все. Ну-ка, давай-ка бум. Этого не задело. Плохо. Что, слева зайдет, да? Еще повыбегали. Товарищи. Сволочь. Ясно, понятно. Нехорошо. Ну ничего, сейчас переиграем. Здесь каждый раз, по-моему, как-то по-разному. Ну, просто не фартануло нам. Чё, опять я гранат туда послать, что ли? Или, может, давай-ка знаешь что? Вот сюда заныкайся. Ну и гранат им туда. В качестве подарка на Новый год от Санты. Отлично. Вот там плохо стало. Давай работай. Почти идеально. Ты? Ну вот и все, минус. Минус турель. Тобой я бы не рисковал, конечно же, так. Так что давай-ка ты, может, подруга, сюда как-нибудь. Блин, прикрывать надо. Все это дело. Давай сюда. Надо было тебя вначале подводить поближе. Вверх заползли. Это вообще туда убежал. Подальше. Ну-ка, тихо. Хватит, можешь стрелять уже, а? Как-то много выходит, не считаешь? Давай ты подходи. Сейчас ударишь. Подавление. Да он упал уже. Уже дохлый. Ну так и думалось, честно, что он не попадет. Но все равно приятно. Попробовал. Сюда беги. Будешь высматривать.
этих говнюков. А вот это нехорошо. Хотя бы машину не гонял, а то пришлось переходить все это. Какую же пакость он сделает на этот раз? Из инвиза. Даже подбежать не может, а зомби сделал. Ну чё, примем. Давай попробую еще раз. Плохо. Два. Ну а ты хоть сделаешь что-нибудь полезное сегодня? Сошел хорошо. Это наблюдение. Чё, надо ему что-то жахнуть еще раз, нет? Ладно, давай, работай. Не получилось. О, зря же наблюдение поставил. Что-то опасно тут садить за этим камнем. Повыше там, наверное, подводить было. Дай-ка перезаряжайся. И наблюдай. Чё, вся надежда на тебя. Зачетно. Пересадишь, что ли, тебя поближе? Ну, давай сюда. Пойдешь здесь разведаешь еще. Так, вот этой надо, во-первых, перезарядиться. Сюда ты не добежишь, наверное, нет? Не, смотри, добежит. Ну давай. Еще в наблюдение тебя поставить бы. Желательно. Промаш. Под контролем. Это нехорошо. Плюс пришлется убивать. Ну, снайпером. Давай перезаряжайся. Я не знаю, что делать мне, правда. Вся надежда на тебя, молодая. Вот гранату бы тебе дать бы еще в руки. Ты подсветишь сейчас пришельца нам. Что, не подсветишь? Ой, что ж с тобой делать? Наблюдение. У тебя граната есть, правда. Че, может тебя спрятать просто? Давай тоже наблюдение. Если пришелец высунется. Не-не-не, так не пойдет. Так однозначно не пойдет. Нехорошо то, что он ее захватил. Она вроде как опытная, не должна была на это попасться.
как видите, все бывает. Ну-ка, давай-ка. Что там у вас? Ага. Ясно, понятно. Приятель, давай-ка отойдем уж назад. То, что это может и достать. Угу. Давай. Правда, вот это я не знаю, что делать. Я тут дальше прятаться не пойдет, так обойти. Пускай попробует хотя бы, может повезет. Давай глухую оборону здесь сделаем. Наблюдение. Может, пришелец высунется. Да ёпер на театр. Ухоже, обороне сидела. Подскакивает. Можно еще один третий вариант. Подойти к этому пришельцу в упор. Засветить его. Что-то попробовать сделать с ним. Двумя снайперами. А может подойти еще поближе. Просто сейф назад может сделать все. Давай, 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 давай. Тебя жалко, гранат нету. Подходи к пришельцу в упор. Будем брать за рога, так сказать. Блин, этот достать не может. Отсюда начнем делать. Ситуация критическая. Отступать некуда. Чё, давайте быстрее как-то. Да ладно. А, так все нормально еще. Так этот жив, этот жив. Это. А где молодая? Молодая тут. Сойдет. Не, подожди, я хотел с тобой походить. Ты вроде как стрелять, говорят, умеет. Умеешь. Вот отъехал. Молодец. Сейчас перезарядишься. Ну ты тоже. И будешь поближе подходить. У тебя ХП побольше. Так, молодая. Ну блин, ну не на вышку уже вас сажать. Итак. Сюда. Пойти пришельца, что ли, разбить? Не, ладно, давай наблюдение. Ну, тебя поближе надо подпустить. Вот сюда. Got it.
Так, вот ты сюда подходи. Сейчас будешь пришельца сносить. Ну, не знаю, это пипец, конечно же. Можешь сюда подойти. Попробовать. Изничтожить его. Хотя бы не стрелял. Паника. Давай отвечай ему хотя бы. Возможно. Ну ты че, зомби? На постоянной основе, как говорится, да? Все? Жива-здорова? Давай, огонь. Так, ну что, молодую испытаем. Молодая сейчас даст жагу. Давай, подходи. Да-да, я понял. Вместе с целью склянка секретного объекта. А, ну это да, это надо достать. Давай огонь по этому гаду. С упором. Ну ладно. Тебе простительно. 23! Ты серьезно? Или опер на театрах. 23. В упор попасть не могут. Ну что ты будешь делать? Не, я чувствую, это загружать надо. Не очень я хорошо тут поступил. Вообще не хорошо. Пусть наваляют нам сейчас вот конкретно так. Хотя бы миссия не на время. Их за 8 ходов, да, там пройти ее, или там за 15. Это было бы очень жестко. Ну. Чё? Попадешь? Или как обычно? Поход как обычно. Пожалуйста, попади. Просто убей его. Если высунется. Так, ну ладно, это пошло, это нормально. Надеюсь, остальные не попадут. Это сваливает куда подальше. Приятель, ты все равно не жилец. Ну, трупы можешь поднимать. Все равно это не критично пока что. Паника снята. О, ходить могут, наконец-то. Так.
тебя сюда посажу. Как тогда? Так, подожди, а где молодой? Куда это он свалил? Блин, я не хотел ходить. Ладно, ты хотя бы засветил. Или тебя? Кого бы мне снять? Добить этого мелкого гада может. Да, однозначно. Ясно, добили. Называется. В упор попасть не может. Ну ничего, сейчас исправим ошибку. Так, где там наша молодая и горячая? Наблюдение. Ты поднимаешься сюда. Ладно, давай змея Горыныч этого отрабатывай. 8. Сойдет. Сколько ему снесу? Все? Подожди. Канат ты туда не дошвырнешь, да? Здесь тоже не по кайфу. Не-не-не. Давайте зомбака. Потому что он ближник. Лох. Смотрю, чтобы этот next time еще был. Лошара. Мне вообще надо было наблюдение всех ставить их. Посмотрим, что сейчас будет. Да что там ковыляет? Далеко, кстати, ковыляют, твари. Блин, да не потому ты стреляешь, дуга. Ползет. И что дальше? Сейчас сейчас загружусь. Хреново походил. Да-да, знаю, долго, тяжело. Что ж поделать? Хнаты бы туда закинуть. Дело с концом. А снайпер далеко. Надо им по несколько гранат давать, я считаю. Это хорошее дело. Всех бы прихлопнул бы. Пытаться что ли опять этого достать? Дай попробуем. Просто если его не станет, не станет много проблем. Видите, на этот раз нам повезло. Все шара зависит.
Иди-ка ты в баню. Двадцать восемь. Так, я бы тебя хотел бы для начала увести куда-нибудь в сторону. Например. Поставить на наблюдение. Тебя, может, тоже, как считаешь? Друг мой сердешный. Блин, далеко. Давай, беги сюда. Так, ну, ближник. 35. То есть мы того достанем, будет вообще шикарно. Ай, лошара. Может, там себе по головке погладить. Если сейчас по своему, ну если я сейчас по этому змею открою огонь. Я же надеюсь отобью. Ведь так. Попади. Мазила. Ну и ты тоже молодец. В прямом смысле. Давайте нашу отбивать. Госпожу. Гранаты им туда не достанем. Начнем с тебя. Что ты перезарядишься, допустим. Так, ладно, не получилось. Теперь ты. Чё, сможешь? Пытайся хотя бы. Какие же вы все косые. Три угона. Не, это ГГ. Откуда загрузится? Еще предыдущий сейф загрузим. Да, уровень сложности легендарный, я знаю. Нелегко. Даже очень нелегко. Так, он ее здесь уже держит. Как я не понимаю, чё так мало? Ну, давай отсюда. Чё нам делать? Да, получится очень долгая серия, я знаю.
году. Что? Идеально. Можно отрабатывать ближние цели. Этот убежит. Гад. Или не убежит? Как считаете? Ладно, давай сюда подходи. А ты? Слушайте, можете отступить и нормально так вот пострелять по ним. Я вообще не против. Этого был бы. Пытайся. Нормально, прошло. Ты. Нет, ты. Да, давайте отступаем. Что нам терять? Как-нибудь так подальше и получше, чтоб. Ну сюда давай беги. Включишь наблюдение. Никто тебе не подойдет. Даже близко. Ты. Тоже давай отступай. Наблюдение. Только потолок не смотри. Так как ты попал? Через стенку? Ну что это за пиздец? Кто мне скажет? Канаты, что ли, вас туда шандагахнуть? Ну и свою задену. Нет, ну, тоже есть какая-то. Это реально жесть. Давай загружай. Не понимаю просто. Как он так через стенку достал? Это что за шансы такие вообще? То он в упор попасть не может, он через стенку. И потолок. Да-да. Что, попытка номер два? Или может вовнутрь вас завести? Как считаете? Товарищи. Давай убегай. Ты наблюдение будешь прикрывать. Ты сюда. Тоже будешь наблюдать. Ты вообще сюда беги. Я просто не знаю, что мне еще придумать тут. Ну, хоть по кому-то ты попадешь сегодня. Здесь такое нормальное укрытие. Ну-ка давай. Ть, улетел. Neutralized.
Типа этот появился тут, таким главным, да? Блин, блин, блин. Промахнись, пожалуйста, промахнись. Промахнись. Все, уводим, значит, эту подальше. Так, сейчас и сделаем. Ну, просто, ну, так лучше будет. Не нужный риск вообще. Да, позиция хорошая, но мы к ней уже подпустили врагов. Вернее, тут еще бой даже не закончил. Давай, убирайся. Ты. Ты сюда. Ты в наблюдении. Ты вообще убегай отсюда куда подальше. Желательно сюда. Можно, конечно, еще дальше. Давай наблюдение. Ты вот сюда. Давай бегом. Есть хорошо. Так, снайпер стрелять будет? Сейчас, наверное, и будет стрелять. Да, позиция не лучше, я знаю. У тебя промах. Ну чё, сейчас мы что-нибудь вжарим им тут получше так. Снайпер. Как-то она сквозь пролетела. Непонятно. Все, давай, давай, стоп. Хорошая мать. Не дошел. Давай. Решим твои проблемы раз и навсегда. Не решили. Подожди, а ты можешь? Нет, ты не можешь. Если ты его достанешь, ты будешь умницей. Ты не умница. Еще как not good. Вообще не not good. Подожди, ты. Только этого сморщика достань. Принеси мне его задницу сюда. Сволочь. Подожди, а есть ты гранаты как-то вот так шандагакни, чтобы нашу не задеть и... Три-четыре. Нужно спасать ее. Давай снеси его уже. Нормально. Подъехал. Сейчас перезаряжаться еще будешь. Так, вот змея вот этого надо снимать тоже. Сволота. Все, пиздец нашей. Пускай убегает отсюда вообще. Ну а так-то мы неплохо сейчас
разгулили ситуацию. Просто змей этот сверху, он вообще не нужен. Сейчас пускай снайперы работают. Кто появится, тех и отстрелим. Ну что, тактика отступления. Тяжело. Да, тяжело. Очень тяжело. Так, ты... Убегай отсюда. Просто убегай. Подальше. Че, попадешь? Молодчик. Минус одна проблема. Минус вторая проблема. Минус третья проблема. Так, где там тот змей? Так, нет, подожди. Ну ладно, давай, ходи. В свою утро не попади. Поклонение, царапина. Попробуй. Сойдет. Один противник остался. Надеюсь, он на шоту не притянет. Я очень на это надеюсь. Ее еще можешь притянуть. Блин, ну ладно, сойдет. Это я называю еще сойдет. Подожди. Да, сойдет. Ой, сволота. Нормально. Перезаряжайся. Не можешь? Ну, ты можешь. Ты можешь. Стой, наблюдай. Подожди, а гранату не дотянешь? Гранату не дотянет. Ну ты вообще убегай отсюда. Ну, по-другому, конечно же, я хотел. Наблюдение, стой. Это чё было? Чё за чит? Это. А тут все бойцы должны выжить. Для этого нужно грамотно отступить. Ну, сейчас сделаем. Сейчас все будет. Ну-ка, 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 давай-ка. Покажи, что можешь. Ага, остался этот только. Попади, пожалуйста, попади. На фул хп ему. 6, нормально.
Так. А что если нам подбежать сюда и кинуть ему гранату? Давай, попытаемся. Умри, мразь. Давай сюда. Да, жестко у нас тут все. Ты сюда. Будешь сейчас лупить по нему. И, пожалуйста, убей этого засранца. Что я рискую снайпером сейчас. Чё, еще раз попробуем. Интересно, если молодую сейчас подвести, она добьет того мужа? Тогда можно было бы этим не ходить. А снайпером можно вообще по-другому поступить. Я неправильно сунул сейчас. Он был сейчас открыт полностью. Сейчас гляну, как это сделать. Ну-ка, снайпер, давай. Я в тебя верю. Так, а если ты... Давай, я в тебя верю. Ты сможешь. Отсюда докинь же гранату. Черт. Деточки не хватает. Можно сейчас опять же по-другому. Подвести пулеметчицу. Поближе. Я не думаю, что эта автоматчица справится. Потому что она, во-первых, далеко. Во-вторых, у нее сейчас оружие не перезаряжено. В общем, жопа. Ага. Давай сюда. Так, мы тобой пока ходить не будем. Походим тобой. Давай, попадешь. Отлично. Пулеметчица. Вся надежда на тебя сейчас. 38. Огонь. Отлично. Работали. Становись сюда. Сейчас будешь перезаряжаться. Перезаряжайся. И в наблюдение. Наблюдение встал. Так, что бы с тобой делать? Будем. Дорогой. Может, я тоже нахрен увезти отсюда? Нет, ты будешь стрелять. Хм. Сволота. Просто сволота. Надо было ей двигаться. Я просто думал, там расстояние поменьше, просто в стенку будет сейчас лупить и не попадет.
нехорошо получилось. Ну, мы тут уже почти сделали все. Да, тяжело, да, жестоко, но... Все живы-здоровы. Ну, не здоровы, но живы. Так, что ты можешь мне сделать? В упор? Попробуем. Все, ушел. Молодой. Горячий. Так, ну дух перевести не успеваем, поэтому подходи поближе. Это тоже. Да, здесь было сложно. Очень сложно. Перезаряжайся. Сейчас будешь спускаться вниз. Что там нашел? Ядро? Что это с трупом? Господи. Я просто уже боюсь. Вообще было бы хорошо, если там у окна стоял бы. Да ладно. Копидат. Давай перезаряжайся, подходи тоже поближе. Так, как бы тебя тут получше так посадить? Красавца такого. Давай. Удивляй. Да, не трогай ты своими пальцами. А, нормально все. Ну ладно. Так. Это что, подкрепление? Ух. Тяжко придется. Нам. Мы тут так раненые все. Еще снайпера не туда посадил. Так, ну кто только эти? Всего лишь. Уже не удивлят. Ну, какие-то поживучие, я смотрю. Только граната меньше выделяйте, если вас прошу. Настоятельно. Давай, перебегай. Так, молодая. Не, подожди.
Вот ты. Это ж не ближники? Нет, это ближники. Давай сюда выбегай. Вообще тебе на крышу надо было распределить. По хорошему счету. Давай командира уже тогда попробуем. Не попало, ладно, бывает. Ты пыталась. Хотя бы так давай. Посмотрим, что выйдет. Еще загрузимся, конечно же. Пометил, значит, да? Типа лучше будет стрелять. Или что? Уйди, противный. Ну да, однозначно загружаемся. Потому что ну нафиг. Нафиг такие пироги, да? Че, посмотрим? Так, нет, эта дуга уже взяла. Так, снайпера, по крайней мере, еще не вывел. Или вывел уже? Нет, еще не вывел. Снайпер, может, пускай наших прикрывает? Чтобы эти не подошли. Не, в любом случае надо садить его. Давай сюда подходи. Ты здесь очень открыт просто, понимаешь, братиш? Хотя... Попробуй командир отработать. Нехорошо. Ты тоже пытайся. Отлично. Хотя бы так. Дай наблюдение просто. Лучше бы ты попала. С критом. Это хорошо. Это нехорошо. Поэтому пытаемся еще раз. И вообще, конечно же, можешь всех на наблюдение просто поставить, отвести. Все равно не попадет. У него больше ближнее расстояние и среднее. На дальнее еще пока не способно работать. Не знаю, как вот так порядочно их встретить сейчас, чтобы никто не обиделся. Но я что-нибудь придумаю. Так, ты. Давай сюда. Наблюдение. Ты. Офицера. Возила.
ты ступишь назад и будешь прикрывать. ХП у вас мало, вообще нужно бояться. Ну, может, я тоже как-то прикрытие посади сюда, чтобы близко не подходил. Давай пытаться. Что нам делать молодым? Хотя бы так. Не, подожди. Ну, эта игра любит простреливать через стенки. Так, еще дальше. Никто нам в гости не придет. Ну, снайпер тебя снимет. Не переживай. Снайпер, пожалуй, сейчас этим и займется. Давай. Работай. Чё, давай перестрелку устроим. Приятели. Все, кто будет подходить сюда, будут получать с пулемета по заднице. Тебя-то какое-то тоже касается. Человек-кактус. Ясно. Значит, не касается. Значит, кто-то хочет получить гранаты, да? И потом, чтобы его обстреляли. Потом хорошенько так обстреляли. Засесть за полными укрытиями, чтобы нас вообще достать не могли. Ни в какую. И отстреливаться потихоньку. Потому что иначе мы не победим. Как, например, вот в этой ситуации сделаем вот так вот. И сделаем вот так вот. Ты. Гранату не дотянешь. Гранату не дотянешь. Пытайся достать этого. Сойдет. Сиди в наблюдении. Иди сюда. Будешь тоже помогать. Ты фуловый. Это как раз выбежал. Это как раз не попало. Ладно, сойдет. Принял дамаг, молодец. Вот этого вам еще не хватало, ублюдка. Плохо. Снайпера нельзя уводить. Снайпер тут хорошо помогает. Да, в принципе, сама справится. Но эти ублюдки-мечники, то, что они близко подбирают, это вообще нехорошо. Ну и чё, помучаемся. Пройдем. Любители хардкока, да?
Может, реально просто супор тупо их принимать? Подойдет. Давай наблюдение. Чё, ты тоже? А ты хоть раз не попадешь или как? Как вы мне все дороги, а? Просто все не тупые создания. Рандомная шара. По 10 раз окружаться приходится. Еще и снайперов, блин, тут штук 10 мне понадавали. Ну, конечно, они же там сидят, типа, сзади. Чё им хп свои терять? Незачем. Аптечки носить надо, потому что... Все будет тип-топ. Шалтим отрядом из 3 человек справиться не могу. Что тут говорить? Давай, беги. Ты вообще уходи подальше куда. Сначала... Не, ну тебе надо этому выстрелить. Ты обязан. Что касается тебя, так ты, по-моему, тут неплохо спряталась. Давай наблюдение. Ну и ты наблюдение, пускай сами к нам идут. Сойдет. И это тоже. А вот тебя-то тут мы и ждали. Ну, не так, конечно. Только мне непонятно, что ты через потолок. Каким-то образом. Ладно, минус один. Хорошо, приняли. Это 5 наблюдений. Так, ладно. С этим мы собрались. Командир. Командир уже тут. Командира просто так не снять. Хотя, кто сказал? Давай. Жри, ублюдок. Не, наблюдение нам больше не надо тут. Будешь подходить. Давай сюда. Ты. Командира же убили? Нет, командира не убили. Опасно. Давай ты сюда. Снимай этого ублюдка. Убегай. Просто убегай. Ёкарный мамай. Еще и сзади. Уехал. Сколько вас там?
Уйди, просто уйди. Ох, слава богу. Может, реально уходить уже? Просто бегом на прорыв? Нет. Не получится. Снайпер, давай. Сойдет. Самый крутой парень на всем Диком Западе. Молодая, беги отсюда. Да, жестко тут у вас. Не сладко, я бы сказал. Чего, снайпер вас всех уделает? Видишь, как он крутой. Че, еще подкрепление? Я не заказывал. Все живы. Уходи. Ага. Давай-ка лучше перезарядись. Не ты. Ёперн театр. Это я плохо поступил. Бегом. Просто бегом отсюда. Наблюдение. Шкуглязон. Сволота. Надо было тебе тоже наблюдение ставить, приятель. Извини. Типа, сколько можно? Я так понимаю, будут прибывать новые и новые отряды. Ну чё? Наблюдение. Ты. Просто беги отсюда. Молодая, отступай. Будешь прикрывать. Наблюдение. Ушел.
Убей его. Сволота. Не пойдет. Уводим, значит, его подальше. Ну или поближе. Я просто так подумал, что с револьвера может достать. Это, конечно, всю малину портит. Может, реально этого ублюдка просто встретит тут? Перезарядись и в наблюдение. Угу. Нет, не того. Ступай сюда. Чувак, твой шанс. Нет, давай, знаешь что? Наблюдение. 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 Всех наблюдения. Блять. Ну по кому ты лупишь? Походу все автоматом надо придется делать. Хуже некуда. Ну, только этот догадался попасть. А сейчас второй дебил еще походит. А попасть по нему никто не может. Здорово. Снайпера просто убираем. Я вот другим путем пошлю просто и все. Хай бежит просто отсюда подальше. Не, подожди, не перезаряжайся. Что если ты встанешь сюда? Просто разнесешь этого ублюдка. Не получилось. Теперь ты пытайся. О боже. И потом стреляешь. А вот и потом. Когда мы больше без ходов остались. Промахнись. Ой, блядь. Сука. Ты просто сука. Подбегает дебил, блин.
Не, надо того ёбнуть, который слева. В первую, мать его, очередь. Как это сделать, мы сейчас посмотрим. Пограмотней. Они просто все агрятся на того первого. Это не есть хорошо. Не продумали. Вот бы еще можно было выбирать вариант, на кого возможно агриться. В таких ситуациях. Так, что если мы тебя пошлем, скажем, вот сюда. И ты его защитишь. Замечательно. Остальные в наблюдении. Отступаешь сюда и садишься на наблюдение. Все. Последний шанс. Наблюдаешь. 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 Нормально, снайпер, пожалуйста, попади. Блять. Подожди, а что есть по-другому попробовать? Мне кажется, есть вариант, как можно их сейчас убить, чтобы он видел хоть кого-то. Если он попадет, то мы спасем нашему жизнь. Как все потно, да? Каждый ход. Каждый, мать его, ход. Я не знаю, сколько эта серия уже длится, там, может, пару часов. Почти как стрим. Не знаю, YouTube такое обработает, не обработает, но загружать я буду. Ну, в принципе, сейчас ночью уже. 2 часа ночи почти. Так, дорогая моя. Идешь как сюда в начале. Вот, будешь работать потом. Давай, отрабатывай материал. Чётенько. Тебя мы пересадим сюда. Будешь наблюдать. Наблюдать. Если что, я просто всех наверх уведу и все. С меня-то чего будет, что ли? Сколько тебе с пистолета сниму? Не, подожди, стрелять. А столько же. Ну, дай пытаться. Сволочь. В упор, давай. Чувак, ты ударил кого надо. В первый раз. Ну все, пиздец тебе. Лови. Подожди. Что это было? Я хотел его в голову просто в упор. Ушел. Загорать на пляж. Все, давай бегом отсюда. Нехрен тут больше делать. Перезаряжайся. Еще парочку ублюдков отобьем.
Хотя... Хотя нежелательно, да? Так, в течение полхода, я так понимаю, мы сюда можем прийти, да? Бегом, я бы сказал бы. Молодая. Сюда иди. Ну, ты знаешь, что с ними делать. Хотя мы можем сейчас просто тупо эвакуироваться. А по жопке-то вкусно влетело. Да, приятель? Спи. Гребаные ближники. Сволочь. Чё, все? Окосели под конец рабочего дня. И все, надо было бежать, эвакуироваться просто. Тупо. Так, сейчас и сделаем. Кем все это? Нахрен сейчас стрельчатик. Не в том состоянии мы, чтобы воевать сейчас с кем-то. Хотя можно было бы придумать что-нибудь. Но мы потрепаны, и сейчас пиздец как. Они, наверное, вообще никогда не вылечатся. Ну, опыта тут сейчас дадут, наверное, знатно. Давай, 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 давай. Отсюда! Ёкарный мамай. Подожди. Ты добежишь? Ты добежишь. Ты добежишь? Ты добежишь. Попробуем. Эвакуируйся. Ушел. Давай, ты тоже. Уходи. Хватит с нас. Да, это облегчение. Ну чё, с первой операцией вас. Дать огонь и свалить. Да, не сможет свалить, ладно. В следующий раз.
Вот так вот. Это было очень сложно. Это было реально очень сложно. Средний угон за атаку. Довольные. Хоть и ранены, сейчас они просто ползать будут у меня тут. От боли. Ну ничего, у нас медики хорошие работают. Теперь точно заслужили все костюмы. Ухмыляется, как смотрите. Медали выдать надо. Повысить всех, повышать. Ну какое тебе там звание? Солдат. Дробовиком буш. Ну тебе подходит. Ранение 11 дней. Ну, быстро. Выпад. А, здесь стандартно первый стил, ну да. Скрытая способность. И, собственно, специализация. Пластина, которая добавила дополнительные брони, снижает урон от взрывов на 66%. Круто. Руки молнии. Тратите действие на эту атаку. Не урона. Нет, это оно не подходит. Цель из пистолета, вы не тратите действие на эту атаку. Я считаю, отлично. Что ты можешь новое? Плотным огнем позволяет выстрелить, если он начнет движение, а также снижает его меткость на 50. Подрыв. Очень сильно повреждающее или уничтожающее укрытие противника не наносит урона цели. Подожди, в смысле? А еще укрытие противника не наносит урона цели. Так нахрен это надо? Лучше подавление это. В некоторых ситуациях очень даже помогает. Что у тебя? Ответный огонь. Ну, ответный огонь. Как у того, короче, прокачаем. Волнует и пугает одновременно. Это да. Неполная численность. Что у нас, кстати, по бойцам? Хорошо поработали, молодцы. Я думаю, нам на этом можно закончить. Я сохраню игру. Я уже заговариваюсь, потому что поздно. Вот, с вами был Зазепа. Лайк, подписка обязательно. Вот, ждем продолжения. Спасибо за игру мне, да? Вам спасибо, что смотрели. Пока.